Привет, ребята! С вами снова мы, парни из Капни. Я ИП Коробченко, а рядом со мной Макс. Но я надеюсь, вы нас уже успели запомнить. В прошлой передаче мы говорили о профилях для гипсокартона. А сегодня мы поговорим о том, как же их резать. А чем лучше резать? Естественно, ножницами. Ага. И ножницы – очень старый инструмент, которому без малого 4000 лет от роду. И впервые они появились на территории Древнего Рима и были предназначены для стрижки овец, в смысле тех, которые животные. Конечно, они выглядели совсем иначе, нежели сейчас, и больше были похожи на большой пинцет. Ёб твою мать, красотища какая! Но пинцетиком они побыли недолго. Все изменилось в тот миг, когда люди решили использовать в ножницах принцип рычага. Да здравствует Архимед! Конечно, обычными ножницами металлический профиль не разрезать. Для этого нужны, Максим, и ты это знаешь, специальные ножницы по металлу. Вот они. Да, вы не знаете, но существует целых три вида таких ножниц. У Антона на руках левые ножницы. Они режут прямо и влево. Также есть правые ножницы. Их используют левши. Они, соответственно, режут прямо и вправо. Но есть еще прямые ножницы, которые режут только прямо. Но это не очень функционально. Ну знаешь, каждому свое. Точно. Конечно, очень важно выбрать хорошие ножницы, так как износ большой, и плохие ножницы быстро выходят из строя, ведь мы режем металл, а не какую-то бумагу. А кстати, вы думаете, ножницами по металлу легко резать эту бумагу? Конечно же нет. Но парадокс заключается в том, что лишь хорошие, качественные, дорогие ножницы способны разрезать бумагу. Смотрите. Вообще-то это сценарий. Но если вас немного утомили все эти рассуждения по поводу режет, не режет, можно поиграть в старую добрую русскую игру «Камень, ножницы, бумага». Ну что, давай. Раз, два. Ножницы режут бумагу, бумага покрывает камень. Камень давит ящерицу, ящерица отравляет Спока. Спок ломает ножницы, ножницы обезглавливают ящерицу. Ящерица съедает бумагу, бумага подставляет Спока. Спок испаряет камень, и как всегда, камень разбивает ножницы. Все, с играми покончено, переходим к практике. У меня в руках направляющий профиль по гипсокартону. Сейчас я от него отрежу нужный кусок, заранее отмеченный рулеткой и карандашиком. Смотрите, основной принцип работы ножниц. Ножницы нужно держать перпендикулярной линии отреза. Вот так. Режем с одной стороны, режем с другой стороны. Ломаем. Это недолго, он легко поддается. Смотрите, если отрез вам не понравился, кривой или чуть-чуть промахнулись, можно его подправить ножницами. Оп. Тем самым срез выровняли. В общем, ничего сложного в этом нет. Ребят, помните, что бы вы ни резали, главное, держите ножницы перпендикулярно. Да, ничего сложного. Намного сложнее прочитать слогу в этом слове перпендикулярно. А наш выпуск плавненько подошел к своему завершению. Давайте вспомним адрес нашей группы ВКонтакте и наш девиз. Делайте своими руками вот этими вот. Делайте хорошо. Это были парни из камня. Пока. Пока. Добрый вечер. А что там, понятно, думаешь? Тень, блядь, видишь наш. Ну все.
Привет, ребята. Ножницы очень старые. Очень-очень-очень. Прямо очень-очень-очень. Ну, выглядели что? Чем сейчас сказать? Скажешь что слово «чем сейчас»? Ну, давай. Конечно, они выглядели иначе, чем сейчас. Конечно. Понимаешь? Изменилось, когда люди стали друг другом пользоваться. И не только при помощи ножа. У каждого есть право налево. Ну, право налево-то понятно, что есть. Думаешь про ножницы? Справа. Ножницы тоже есть право налево, а есть право направо. Есть только прямо. А некоторым только налево. Это, по-моему, тема другой передачи. Да, у нас два сценария, то есть два дубля. Два дубля, мы можем развеять только два сценария. И, конечно, очень важно выбрать хорошие ножницы. Браво, маэстро. Ну что, раз, два, три.